В 2021 году в Брисбене открылась художественная студия. Открыла ее Надя Канц, замечательный художник. Надя приехала в наш город Брисбен более 20 лет назад из Казахстана. И вот эта студия, замечательная студия, где вдохновляются люди разного возраста. У Нади есть группа для детей, другая группа возраст юношей, девушек, такой студенческий круг. И также Надя открыла отдельную студию, вернее, студия та же, но это совершенно отдельный день. Каждый понедельник с 10 утра группа для людей старшего поколения. Вот в эту группу я тоже вхожу. И с большим удовольствием каждый понедельник приезжаю в студию к Наде, чтобы научиться по-новому видеть этот прекрасный, чудесный мир и пытаться его еще положить на полотно. Это действительно замечательные минуты. И сейчас я сделаю небольшую зарисовочку из наших вот таких приятных минут общения. И, конечно же, всегда у нас все эти встречи проходят с пятиминуткой чаепития, что тоже очень вдохновляет. Итак, студия Нади Канц. Просто сейчас самое главное, нам вот эта вот игра между светом и тенью. Ирочка, вот мы сейчас находимся в такой замечательной студии Нади Канц. Скажите что-нибудь об этом. Я очень рада, что я нашла Надю, потому что мне надо было кого-то, который вдохновляет тебя и показывает, как идти дальше. То, что у меня не было направления. И не знать, как пользоваться красками. Все это, конечно, интересно, научиться и делать все больше и больше красивых работ. Вы рисовали раньше, писали? Почти нет. То есть все, что вы сейчас делаете, это ваш труд и труд нашей дорогой Нади. А Нади, конечно, я всегда восхищаюсь талантом, вниманием, заботой. Нади, что бы вы сейчас хотели сказать, скажем, ну вот вашей группе старших людей, скажем, старшая группа называется. Спасибо, Люда, это так неожиданно, мы не рассчитывали. Я люблю очень экспромт. Да, я очень рада видеть результаты моих студентов. Я просто каждый раз учусь у них чему-то новому. То есть я делюсь своим опытом, но я беру от них жизнерадостность, трудолюбие. То есть, понимаете, у каждого человека есть своя изюминка. То есть мы такие все разные, и мы такие все талантливые. И это просто удивительно. Это меня просто вдохновляет каждый день больше и больше. Ира, она просто настолько трудолюбивый человек, она настолько скрупулезный человек, она выписывает вот каждый мазок, каждую деталь, она в этом вся. Надя, она просто ветер в юбке, она работает с такой скоростью, мы никто за ней угнаться не можем. Она, пока мы делаем одну работу, она успевает сделать 3 работы, и это удивительно. То есть меня просто именно результаты и плоды моих художников подрастающих вдохновляют просто неимоверно. Спасибо, спасибо большое. И самый старший представитель нашей группы это Надя. Пожалуйста, что вы можете сказать? Я пошла сначала сюда просто как бы, ну вот нечего делать, можно так сказать. Думаю, ну пойду посмотрю что. И так увлеклась, так мне понравилось. Помимо того, что я учусь тут рисовать, я еще обрела тут новых друзей.
хороших людей. Вот Ирочку, потом Джамиля, которая мне так понравилась, вот она в другую группу ходит. В общем, я хожу с удовольствием хожу. И всем советую найти какое-то себе занятие, чтобы было для души, чтобы это нравилось. Да, да, правильно? Не рисование даже, что угодно. Да, танцы, рисование – это прекрасно. Просто, ну, кто-то, вот мои есть друзья, одна вяжет, другая шьет, ходит на курсы кройки, шитья. Надо найти себе увлечение. И будет хорошо. Не будешь никогда унывать. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. И я вот тоже здесь сейчас учусь с этой замечательной группой Нади Канц. Истинное удовольствие получаешь. Каждый понедельник ждешь, что вот нечто такое случится в твоей жизни, когда ты встретишь таких замечательных людей, чему-то поучишься, не чему-то, а вот именно как пишутся работы, пишутся картины. Я, конечно, хочу сказать большое спасибо Наденьке, Наде Канц, которая нам так много уделяет времени, внимания, и это действительно вдохновение. Спасибо большое всем. Спасибо огромное всем. Людмила с работы. Очередной шедевр. Ничего, что синенькое немножко пошло. Нет, хорошо. Попало случайно. У нас это же как раз разнотравье. И там столько много разных оттенков. Там как раз синенькое вдруг попало и вроде даже не мешает. Да. Пишем с одной фотографии, но какие разные техники. И вот такие у нас сегодня здесь пишутся работы. Вот каждый работает над своим произведением, над своей идеей. Вот даже тут у нас Надежда выписывает портрет своей внучки. Знаха, любимой снохи. А, да. А, любимой снохи. Вот видите. Так что вот такое, вот такое чудо здесь происходит в этой студии. Так что, дорогие наши все зрители, радиослушатели и вообще все, знаете, что есть чудесная студия Нади Канц, и если кто-то еще себя не нашел, свой творческий порыв, свою радость, внутренний мир вы можете открыть, рассказать и показать, вот придя сюда, к Нади Канц в студию, и вот создавать такие прекрасные работы. Благодаря, конечно, Наде, которая очень талантливая, замечательно все это преподает. Не благодаря мне, не согласна, благодаря вашему усердию. Я могу только вам показать, как правильно, а уже от вас все зависит, как вы это будете делать. Ты молодец, ты себя нас прилагает. Она же похвалит, когда надо, никогда не ругает. О, боже мой, я испортила, никогда не испортишь, все будет хорошо. Да, и что действительно... Получаются такие неожиданные работы, но еще и самое приятное, еще просто пообщаться за чашкой кофе. Если кто-то, кто-то даже не уверен, что вот, а что получится, смогу ли я, то просто вот эти минуты общения, они очень многое дают. Тем более в наше время, когда мы действительно хватаемся за каждый миг прекрасного. Потому что кто знает, что будет завтра. А сегодня у нас прекрасный день. Сегодня у нас творческие минуты. Так что всем счастья и успехов. Спасибо большое. Акварельный тихий вечер. Ложится в сток, красным яблоком садится за притихший соглый лес. Ишь, старательно таится.
натворил чего-то здесь, а красив какой проказник, собралась лишь посмотреть. Месяц прыгнул за палисадник, я кричу, вернешься.